Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, и сегодня мы снова играем в мобильный самп, и, ребята, это у нас онлайн РП. Ссылка на проект находится в описании к этому ролику, заходите, играйте вместе со мной. И, ребят, также в описании к этому ролику находится мой промокодик, при использовании которого вы получаете очень приятные плюшки для старта игры. Ребята, в чате вводите очень простую команду /mm, открывается окно, опускайтесь вниз, и пункт номер 10, промокод, здесь вводите очень простую команду Дони, как это делаю я. Потом окей, потом принять. И, ребята, после этого получаете очень приятные плюшки для старта игры на серваке Техас на онлайн РП, друзья. Заходите, ребята, всем буду рад на серваке Техас на онлайн РП. И, друзья, сегодня у нас мы сегодня с Егоркой устроим битву за тачку в GTA, друзья. И сегодня у нас будет битва за тачку, а именно за гелик, ребята, очень крутой, очень классный гелик, который сегодня я должен буду найти как-то по фотографиям, которые для меня сделает Егор после того, как он его спрячет, ребята. Будем сегодня искать тачку именно в самом нижнем городе, а именно в Лос-Сантосе, вот во всем этом городе. А прямо сейчас где-то Егор поставит тачку для меня, а потом уже я ее буду искать. Ставьте лайки, потому что знаю, что вам очень нравится это классное шоу. Собираем 1000 лайков, выходит новенькая серия по этой классной рубрики. Пока Егор уже поехал, друзья. Ну, а я опять-таки напоминаю то, что я играю на серваке Техас, и всем буду рад, всем, кто зайдет и поиграет вместе со мной. А мы пока ждем, пока Егор поставит уже гелик и сделает фотографии для меня. Итак, друзья, у нас пришла первая фотография, и что мы тут видим? Так, у нас здесь, получается, есть какие-то здания, вроде как два максимально одинаковых здания, что ли, и сзади какая-то гора. Честно говоря, я вообще не понимаю, что это такое, ну, то есть, ну, окей, по-любому, то есть, если мы откроем карту Лос-Сантоса, что можно понять стопудово? Это не вот эта вот часть карты, то есть, вот это не нижняя стопудово, это не гетто даже, вот окраины стопудово. Это не вот это место. И даже не вот эти места. То есть это, скорее всего, где-то вот, вот так вот, если мы, ребята, пройдемся. Скорее всего, это где-то вот в этом вот райончике. Вот, но нужно понять, где находятся два таких похожих здания. Либо это небоскребы, либо это какой-то обман зрения. Возможно, просто обычные дома, но просто из-за заднего фона есть такое чувство, что как бы это небоскреб. Там просто такой как бы шпиль, как будто гора. А гора это какая может быть гора, ребята? Это может быть вот, либо вот вид на вот эти места, либо на вот эти. В принципе, давайте просто поедем пока вот сюда, вот в это место, прямо в гетто, и там уже будем пытаться высмотреть то самое место, хотя бы более-менее похоже, друзья. Пока мы ищем тачку, в комментариях пишите, как быстро лично вы поняли, где находится это самое место, и, ребята, возможно, реально вы быстрее меня находите тачки по фотографии, вот, потому что я пока, честно говоря, сложно могу понять, куда мне реально пока ехать. Вот какие-то, ну, типа небоскребы впереди меня, да, но это совершенно другие здания. Вот слева у нас какие-то небоскребы. Пока запаркуемся, вот слева небоскребы, но тоже это все не то. Вон там сзади небоскребы, это тоже пока, ребята, все не то. В принципе, ну это окей. Возможно, это даже и не и как бы не небоскребы, да. То есть, возможно, просто дома, которые так зафотканы, что есть реальное чувство, что это небоскребы. Так, приехали мы в гетто, и здесь, конечно, даже похоже ничего нет, друзья, да, ну вот да, здесь есть дома высокие, но они все какие-то такие, знаете, типа разноцветные, тут желтые, зеленые, красные, типа, да, здесь такого нет, то есть нужно искать именно, скорее всего, в бизнес-квартале похожее какое-то здание. Ой, конечно, мы катаемся максимально опасно около респы банд, а они, как правило, не любят тех, кто катается около их респа, какой-то у них такой вот, знаете, есть такой вот своеобразный неприязнь к тем, кто катается около них. Так, ну, пока мы уедем подальше от них, ищем тачку, возможно, где-то в этом квартале, но пока... А вот это здание, что такое? Что за здание такое высокое? Не, не похоже, ребята. Пока ничего похожего я просто-напросто даже и не вижу. Ну, то есть, опять-таки, если так подумать, то вот в этой части города, скорее всего, таких зданий... А нет, вот такое здание, например, есть, да? Ну, хотя оно, конечно, тоже не подходит под описание, скажем так, да, под фотографию, ибо там такие черные стекла. Вот здесь такого я пока не вижу. Хотя тоже вроде как высокое здание, но оно вообще зеленое. Поэтому... Так, ладненько. Короче, ищем. Давайте мы еще прокатимся вот в ту сторону. Ну, там вроде как тоже здания такие, ну, светлые, белые, типа, да. Здесь это, опять-таки, скорее всего,
всего, даже, да, это не то совершенно. Хотя прикольные места, опять-таки, друзья, но здания такие есть, но, ну, просто задний фон реально внушает вид на какую-то гору, типа, да, но только что за гора, я понять не могу. Короче, давайте попросим еще одну подсказку, уже вторую, и по ней будем как-то думать более уже тщательно. Итак, у нас подсказка номер 2, и что мы здесь видим? Какие-то билборды, да, там, видимо, часть билборда видна, а какое-то растение, какое-то здание, честно говоря, совершенно пока непонятно, потому что до сих пор пока на онлайн-РП, как бы, здесь зима у нас, да, хотя уже конец февраля почти, вот, но надеюсь, что уже в марте будет лето здесь. И я, ребята, из-за этого, из-за того, что зима, здесь все текстуры более-менее, как бы, ну, одинаковые, просто белые текстуры, и поэтому я пока реально не понимаю, но... Билборды, вот, например, билборд, да, но здесь совершенно того нету. Короче, ребята, просто пока пальцем в небо, реально, потому что, да что ж так ты меня подрезал-то, потому что пока я, ну, куда ехать, просто даже не подозреваю. Вот в эти, может быть, даже места куда-нибудь, давайте пока посмотрим. Нет, здесь ничего пока нету даже. Я здесь уже катался, нет, вроде как, или мне кажется. Я, ну, стоп, черное здание, да? Так, черные здания какие-то, ребята, я справа видел. Так, высокие черные здания. Это еще с первой подсказки, вот похожие места. Ну-ка, ну-ка. Да ты что ж ты ехать-то? Что ж ты по встречке-то едешь, ёпарасоте? Так, а где-то здесь? Нет, вроде как. Так, стоп! Давайте покажу вам по новой первую подсказку. Вот она, и, ребята, это, возможно, то самое место. И так, а где у нас находится второе место? Ну, как билборды, да, опять-таки. Это, что если это где-то здесь находится? Может быть, где-то здесь? А вот и приехал Егор ко мне. Так, стоп, то есть ты где-то катался здесь? Я, ну, учитывая то, что я вроде как небоскребы нашел, а это даже не небоскребы, вроде как я более-менее в правильном месте катаюсь, если я, конечно, не ошибаюсь. Стоп! Я, возможно... Так, это же фотка сделана вторая, так понимаю, что как-то с крыши, да, скорее всего. А если с крыши, то, видимо... я знаю лишь один заезд. Это он, да? Это он заезд? Это ведь отсюда? Так, стоп, реально, возможно, фотка была сделана где-то, если мы заберемся наверх, возможно, где-то здесь, да? Так, забираемся, ребят, наверх, забираемся наверх и... Во, да, где-то отсюда ведь? Вот, нет или да? Стоп, пока не могу понять, но очень похоже, что где-то... где-то вот отсюда... вот отсюда, да. Так, то есть получается вот то самое место второй фотки, гляньте. Нет, не это место, получается где-то... вот, ну, короче, очень похоже, да. Вот, да, просто вот, ребят, вот выступ получается, и вот была сделана вторая фотка. Окей, мы максимально похожи вместе, теперь ждем третью подсказку, последнюю. Так, и это... это вообще у нас под эстакадой. Так, слушайте. Так, а зачем я забирался сюда? Стоп, а зачем я сюда забирался? Ну окей. Короче, Егор, ты будешь садиться? Давай, садись ко мне в тачку и поехали дальше. Потому что, то есть, получается, если у нас третья подсказка уже под эстакадой сделана, скорее всего, причем... Прикол в том, что если бы у меня была третья подсказка сразу, я бы уже, скорее всего, понял буквально с первой же минуты, ибо я знаю буквально пару мест, где есть эстакада, которая находится над магазинами, да, и это вот эти вот места, ребята, вот те самые места. И что если вот здесь? Да? Так, стоп, это где-то здесь? Но есть подозрение, что я максимально близок, но что-то... Егор, опять и выше. Стоп, вон, да, колеса стоят, да, ведь? Это она? Это она? Это да! Ха-ха-ха! Отлично! Тачка, друзья, благополучно была у нас найдена. Фух, ну я уж думал, ребят, что не найду. Но, оказалось, что, ребята, я сегодня смог, и все получилось. Ну-ка, дай-ка, Егор, король, я хочу прокатиться на Гелендвагене. Короче, друзья, ну это прикольное было место. К тому же, ну как бы, место вроде как, ну такое обычненькое. Просто водоканал, да, и просто машина здесь стоит. Но подсказки были реально сегодня прикольные, поэтому Егору лайк за такие прикольные фотографии, за такие прикольные идеи. Вот, но, в принципе, да, сегодня мы нашли тачку довольно-таки быстро. Я думаю, что это к минут за 7, может быть, даже быстрее. Поэтому, друзья, ставьте лайки и, разумеется, играйте вместе со мной. Ссылочка на проект находится в описании к этому ролику. И, ребята, разумеется, вводите промокодик Дони, как вы это видели под самое начало ролика. Давайте покажу вам еще раз. Вот так вот я сейчас запаркуюсь, да. В чате вводите команду
/mm открывается окно. Раздел промокод, и здесь вводите очень простую команду Донь. Вот так вот, Доня. Потом окей, потом принять. И, ребята, получаете приятные плюшки для старта игры. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока!